Здорово, друзья! Здорово! Это дядя Сережа и мой прекрасный вид. Как вам? А это Санька. Оп! Санька, я тоже перископлю. Я еще только-только начинаю, еще не было даже первого хода перископа. Я думаю, завтра. Даже ни разу не делал перископ. Эх, говорят, пишут, что ты с похмелья. Ну, с какого вообще похмелья? Я же вообще не пью. Санька, Саня не пьет у нас. Саня за здоровый образ жизни. Ха! Ты как в перископе? Ты как-то найти в перископе? Маша, как мне найти в перископе? Как Санька найти в перископе? Саша Шпак. Саша Шпак надо просто ввести. И вы найдете его. Так что, Саня, тебе добавится подписчиков чуть-чуть. Благодарю. Да ладно, ты что? У тебя скоро будет их миллион. Это мне надо будет с тобой сниматься. Тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Пробегай. Все любят, я погляжу Саньку Шпака. Все Саньку Шпака сняли. Оп. Ничего, что я вас поперископлю? Нет? Не боитесь? Не боитесь перископа моего? О, можете ручкой помахать. Вас увидят немножко подписчиков. Сейчас у меня в онлайне 314. Добавляется. А? Че говоришь? Ты серьезно 300? Да. Уже 300, 320 уже. Это утро, это еще только утро. Видео, кто ждет тайских каникул, видео будет идти. Так что такие, друзья, дела. Что-то у нас есть. Вот оно. Красота, да? Все любят Денчика, я погляжу. Да? Первая серия выйдет совсем скоро уже, друзья. Совсем скоро. Уже будет она. Вот здесь, походу, есть какой-то мангальчик. Скучно здесь, видишь, сидим в этом. Все сидят в телефонах. Переписываемся. Ну, семье Клоковых привет передают. Спасибо. Мы теперь тут не общаемся, только смс-ки рассылаем. Голосовыми сообщениями. Фарида пишет, когда же будет у нас встреча? У нас будет встреча? Фарида у всех пишет. Привет передайте Фариде. Она, кстати, Фарида, на меня сегодня подписалась в Инстаграм. Она ко мне на семинар приходила. Очень хорошая. Это девочка, это даже девочка. Да ладно. И довольно-таки подкачанная, кстати. Вот такие у нас веселые сосисечные вечеринки. Уже 340, походу все с утра вышли. Мой перископ. Друзья, что интересно у вас? Давайте я с вами пообщаюсь немножко. Кольца у нас тут есть. Видали? О, Шпак тебе показывает. А почему нет? Серега, ты что такой здоровый? Я? Yeah? Это все от манго и кокосов. Это жирно в этой майке. У нас снега нет, у нас пальмы и красота. Гошан поехал в этот, на пляж. На пляжике он.
Майка, конечно же, меня полнит. Мне нужны более открытые майки, которые закрывают соски. А то в таких я окажусь очень жирным. Лицо красное, блин, такое, да? Загорелый. Первая серия будет совсем скоро, друзья. Так что тайские каникулы. Но в первой серии дядя Сережа не ждите. Дядя Сережа будет только во второй. Такие дела. Потому что вчера я не доехал до сюда. Не знаю, градусов 30, наверное. Может чуть поменьше. Плюс-минус. Я живу в своем тайском домике. А? Я перископлю. Это наш оператор прекрасный. Оператор спит днем. Оператор спит по чуть-чуть, по часу в день, чтобы монтировать выпуски. Домой пока я не собираюсь особо. Если вы имеете в виду. На матч ТВ меня приглашали, кстати. Чего-то там снять, но пока... Когда буду в Москве, может быть, что-нибудь сниму. А пока это... Очень, очень не скоро все может быть. Да, нормально все относятся. Что в моем поведении плохого? Серега Хомячина. Хомячина. Это от загара меня просто чуть-чуть раздуло. Хоть какое-то оправдание придумал. Жарит, нажарило. Давай, Серег, дави ее. Скандалами, интригами, драками. Ой, да я же не скандальный особо. Тип-то. Типок. Передаваю Полине привет. И вот тебе щелчок с прекрасного вида Таиланда. Таиланда, Пхукет. Андрюхи Скоровного не будет, так же, как и, может быть, Мишка Окляева. Мишка Окляев что-то у нас немножко подопоздал. Мишке грыжа, восстановление. Может, приедет чуть попозже, может, не приедет. Время покажет. Время покажет. Так, кого-то тут внес в черный список за плохой комментарий. Санька, в начале перископа у меня был. И все. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Щетина. Усы. Я еще полтора месяца буду в Таиланде, точно. Потом не знаю. Потом, может, куда-нибудь двину дальше, а может и нет. Диету я что-то особо не держу, Пашка, не держу. Не ем, как придется. Бывает нормально. Последние дни более-менее нормально ем. Батат, овощи, белок. Сегодня вот к ребятам зашел, поел каких-то печенек у них веганских, спортивного питания, парочку съел. Продается методик в отеле, он живет в отеле. И приходит на какие-то просто тусовки, вечеринки. Ну вот такие, друзья, дела. Клоков тоже есть в перископе. Видите, Дмитрий Клоков, и найдете Димона. Вот такие дела, дружище. Ну ладно, что тогда, я вышел в перископчик. С добрым утром вас. Привет, Серега. И, наверное, надо уже и подзаканчивать, да? Чтобы долго... не ходить. Hello from USA. Hello from Russia. Россия. Даже это не Россия. Сейчас я уже давно не в России. Опоздал ты, Серега, на перископчик. Просто долго. Чего выходить? О, как у меня крутой волос тут. Ха-ха. Движ. Сегодня будет первая серия начальная. Как приехали ребята. Как они собирались. Вот. Ну и через денек-другой будет следующее.
Так что будет все, в принципе, почти в онлайн-режиме, практически как в перископе, раз в пару дней. Вот вам еще раз банка моя. Давай, Серег, дави ее, дави, дави. Левая. Надо немного правую теперь.